Кот-художник проводит конкурс снежных скульптур. Начинай с котятами лепить снежные скульптуры. Выбери скульптуру, которую хочешь слепить. Какой красивый снеговик! Он похож на маму. Скатай большой шар. Скатай маленький шар. Поставь маленький шар на большой. Снеговик почти готов. Укрась его. Выбери руки для снеговика. Укрась снеговика. Здорово! Какой красивый снеговик! Кот-художник будет рад. Выбери котика. Выбери скульптуру, которую хочешь слепить. Какой красивый снеговик! Он похож на карамельку. Скатай большой шар. Скатай маленький шар. Поставь маленький шар на большой. Снеговик почти готов. Укрась его. Выбери руки для снеговика. Укрась снеговика. Здорово! Какой красивый снеговик! Кот-художник будет рад. Выбери котика. Выбери скульптуру, которую хочешь слепить. Какой красивый снеговик! Скатай большой шар. Поставь маленький шар на большой. Снеговик почти готов. Укрась его. Выбери руки для снеговика. Укрась снеговика. Здорово! Какой красивый снеговик! Кот-художник будет рад. Выбери котика. Выбери скульптуру, которую хочешь слепить. Какой красивый снеговик! Он похож на клоуна. Скатай большой шар. Скатай маленький шар. Поставь маленький шар на большой. Снеговик почти готов. Укрась его. Выбери руки для снеговика. Укрась снеговика. Здорово! Какой красивый снеговик! Кот-художник будет рад. Все скульптуры такие замечательные, что трудно выбрать победителя. Поэтому коробки с печеньем получат все. Как хорошо, что конкурс скульптур доставил радость не только победителям, но и всем вокруг. Миу, 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 миу! Сегодня спокойное. Отправимся в подводное плавание. Одень подводный костюм перед погружением. Теперь мы готовы отправиться исследовать океан. Лопай пузыри, пока мы спускаемся на дно океана. Здорово! Исследуй океан и собирай интересные предметы. Ой, подожди, поплыли дальше! Под камнями что-то блестит. Посмотри, что это? Найди красивую морскую раковину на дне океана. Мы нашли много интересных вещей. Пора подниматься на поверхность. Дайвингом заниматься непросто, но под водой можно найти много интересного.
папе коту сфотографировать кита. Прежде чем отправиться в плавание, собери продукты в корзину. Ура! Собери продукты для плавания. Правильно! Продукты собраны. Теперь отправляемся навстречу морским приключениям. Посмотри на карту, чтобы узнать, куда плыть. Здорово! Проложи курс от цифры 1 до цифры 10. 1. Мы узнали, куда плыть. Встань к штурвалу и отправляемся в путь. Нажми на штурвал. Молодец! Покорми чаек, пока они не растащили всю еду, а то мы останемся без обеда. Ура! Мы покормили чаек и даже кита. Поймай что-нибудь вкусненькое к обеду. Мы поймали достаточно рыбы. Сфотографировать кита оказалось непросто, но благодаря всей семье фотография получилась замечательная. Миу, 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 миу. Сегодня отличный день для рыбалки. Давай ловить рыбу. Перед отплытием собери все необходимое для рыбалки. Правильно! В море опасно, нужно надеть спасательный жилет. Теперь мы готовы, отплываем! Далеко от берега плывать опасно. Остановимся здесь. Давай ловить рыбу. Внимательно следи за поплавками. Мы наловили много рыбы. А как дела у папы? Папа поймал очень большую рыбу. Помоги ее вытащить. Ой, папа упал за борт. Скорей, спасай его. Папу относит течением. Плыви за ним. Брось веревку с ведром папе. Вытащи папу. Спасательная операция завершена. Мы спасли папу. Ты настоящий спасатель. Вечером все с удовольствием ели папину рыбу и рассказывали маме о своей спасательной операции. Миу, 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 миу! Телевизор в ремонте. Маме и папе грустно. Покажем им интересные передачи. Коробка похожа на телевизор. Поставь ее на тумбочку. Здорово! Начнем показывать передачи. Выбери нужные предметы для передачи. Все предметы собраны. Смотрим передачу. Здорово! В следующий раз мы покажем другую передачу. Миу, 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 миу! Музыкантами быть круто! Соберем свою группу! Thank you.
Где-то здесь была гитара. Найди ее. Ура! Подвинь стул, чтобы пройти. Молодец! Возьми гитару. Ура! Пойдем в подвал. Посмотрим, что там есть. Создадим музыкальные инструменты из разных предметов. Стеклянные бутылки красиво звучат. В детской комнате были музыкальные игрушки. Скорее туда! Какой беспорядок! Собери игрушки в ящик. Теперь у нас есть все инструменты. Пошли скорее! Ура! Мы собрали группу! Поиграй на всех инструментах! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Ты готов смастерить домик на дереве? Птичкам негде жить, смастери для них домик. Не то. Попробуй еще. Домик для птичек готов. Осталось повесить его на дерево. Помоги папе коту повесить домик для птичек. Попробуй еще. Попробуй еще. Помоги прибить домик для птичек. Теперь птичкам есть где жить. На таком дереве можно не только скворечник повесить, но и целый дом для котят построить. Возьми лист бумаги и карандаш. Нарисуй, каким будет дом. Перенеси часть рисунка. Получится замечательный дом. Идем его строить. Найди необходимые инструменты для строительства дома. Найди инструменты. Инструменты найдены. Начнем строить дом. Собери дом на дереве. Попробуй еще. Дом готов. Давай его покрасим. Здорово! Как здорово иметь домик на дереве! Миу, 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 миу! Покот уезжает в командировку. Поможем ему собрать вещи. Папа кот очень занят. Помоги ему собрать вещи. Собери вещи. Здесь
Надеюсь, мы все собрали. Идем в детскую комнату. Чтобы папа-кот не скучал в командировке, собери для него игрушки. Теперь папе-коту не будет скучно. Идем на кухню. В командировке пригодится посуда. Собери ее. Собери посуду. В кухне все полезное собрали. Идем в зал. Все вещи для командировки собраны. Закрой чемоданы. Ой, мы собрали слишком много вещей. Собери только самые необходимые вещи. Молодец! Теперь сложи их в чемодан. Вещи собраны. Папа-кот может ехать в командировку. А где билет на поезд? Помоги найти билет. Поищи билет в детской комнате. Может, он в ящике с игрушками? В ящике билета нет. Может быть, он на кухне? Поищи билет в ящиках. И на кухне билета нет. Посмотри в зале. Где же может быть билет? Правильно. Ура! Мы нашли билет. Оказывается, папа-кот уезжает только завтра. Теперь, когда папа-кот готов к поездке, он может не торопиться. Как хорошо, что можно побыть с папой. Миу-миу!